Начал я новую работу. Пока жду фигуры на мост придут. Он будет расписывать, доделывать. Сейчас у нас будет подставочка. Здесь у нас будет две ели. Вот одну начал собирать потихонечку. То есть палочка. На нее намотал проволоку. Ну, в зависимости от того, сколько будет рядов. И начал понемногу обклеивать мхом. Мох вот такого вот вида. Насколько я понимаю, это мох адаптированный, потому что он вроде сухой, но он не теряет вообще. То есть, ну, немножко в цвете вот он потерял и все. Клею на все подряд. И на ПВА, и на вот такое вот чудо из Ашана. Сейчас вот второй виток пойдет у меня. Снова наклеить.
Потом это все заснежим. Это будет зима у нас. Сюжет уже, в принципе, в голове есть. Фигуры есть. Осталось воплотить.
так, елка закончена. Вот он, финальный результат. Вот так вот она выглядит. Будет присыпана снегом. И стоять вот на этом основании.